Все, абстрагируйся от прошлой игры. Теперь здесь новая игра. Я, правда, спать хочу, я только поел наивкуснейшие шаурмы. Где ты такую нашел? Да, есть одно место, я там заказывал. Бесплатная доставочка. 574 рубля шаурма с двойным мясом. Что там за мясо двойное? Ну, курица, блядь. А, просто типа порция двойная. Мясо их два. Я думал, как мы брали там, бля, говядина с курицей, что-нибудь такое. Иди, ассорти, иди, блядь. Вверх, я щелкнул, давай. Высыкло, блядь. 30 секунд до начала сражения. Шаурма, шаурма, шаурма. Шаурмичка, шаурма. День влюбленных не будете праздновать? А я ебал рот этому Дню влюбленных. Я, во-первых, за универ заплатил, у меня денег нет его праздновать. А, ну это ж это, да. У тебя сколько обучение стоит? 32 700. Нет, а всего. Семестр? 55 400. Ну, неплохо так. 55 200. Еще, как сказать, терпимо. Ну, очка, конечно, вообще космос стоит. Коль встанешь на пути с Кайросов, камнем падешь с небесных... Бля, в смысле, ебать, он задевардил, ты смотришь? Там что-то 75, вы под 80. Ну, я тогда дешево. Ну, не так дорого, потому что кого у нас вон в унике, в нашем-то строительном там за сотку переваливает. А тот же самый Тусур или еще чего, там еще больше. Бля-бля-бля, забрать. Хорошо. Хорошо, хорошо. Нормально дело, нормально будет. Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Ты куда забираешь крю... Ой-ой-ой, я под тавр достянул. Блять, неудачно маленечко. Маленько неудачненько. А чё, кстати, этот-то... Бот работает? Нет, оповещалки кинул? У меня, видимо, да, кинул кучу уведомлений просто там, что уже не отображается в телеге. Желание есть через Witchblade поиграть. Мне и что ты этим хочешь сказать? Напугаем его. Дезориентация. Да, Witchblade, ПТ, вообще нормально, мне кажется, можно будет кромсать. Witchblade, ПТ. Есть такое желание.
Ух. Посмотри-ка на него. Праздник. Не, ну так долго и методично будет назить нам или что? Так-то можно попробовать задавить его. Угу. Но он же так просто не хочет, да, сдаваться. Ой, хорошо. Отлично. Красно. Превосходно. Лучший. Да, это я. Вот так вот. Ласхитим крепочков. Вот так вот. Ребят, желаю, чтобы каждый вас хитил просто так же превосходно крепочков. Поэтому будьте счастливы и вас хитьте на миде крепов. Нет, сапожек, стики, надо. Угу. Не, он вдарил. Хорош. Но я-то подождал друг... Ой-ой-ой. А чё, не отобразилось сразу? Что не отобразилось? За и выйдем. Можно, конечно, на низ гангануть и там рунку забрать, но нам сапог нужен в любом случае. Без сапога особо делать нечего там. Это точно. Ну вот. Агрессивно. Если бы ты, блядь, третий мунджал и второй. Можно, можно. Чё, парни, давайте на низу попробуем забрать. Давай. Ой, хорошо подбатил. Все, ганг сделали красиво. Мне сейчас угоним. Так, мы чё, мы в ПТ-шечку выходим. Найс. Там чё, соло фраг. С кайфом. Очень даже. Блять. Так очень, что-то не пошло, так, инвок.
Нокин, вокин, вок. In pop care, in pop care. А рунок нету, да, Вардик? А может второй тоже, но... И второе. И второе. Нас... Чё, давай я подбайчу его на себя. Сейчас вард поставлю, погодь. Блять, Магина тут фармит, я его убить не могу, потому что там квест. Вот это сейф ТП, одно, второе. Я уж напугался, думал, не заберу. Он прям дерево встал. Да, что, у нас хила хватает? Нормально. Нормально. Да нет, 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 не шиву, конечно. Вичбой доделываем. А об остальном потом уже поговорим. К вам бункер пошел на топ. Инвокер тут. Так, ну я тоже иду, я думаю, мы сможем его забрать тут прям. ЕСДД. Гол заберем, сало дашь, ЕСДД. Хорошо. Нормально идем, нормально. Конечно, под ДД снесем. Распаковка нахуй. Хорошо идем. 3-0, тавр забрали, вичбой сейчас соберем, думаю. Будет у нас все замечательно. Ага. Так, а им тут фармится. Ой, какой-то, блядь, бежал. Он наш. Как так? Я что-то слишком самонадеянно сыграл. Прям очень. Сука. Ну, Вичбойд был бы, я бы его вообще прям вынес бы нахер с потрохами. Но Вичбойда не было. Она нет, как бы сюда нет.
Ничего. Да-да, укрепляемся, конечно, Дискорда. Дискордиком. Силы света укрепили свои сооружения. Да, я помажу. Идем могилу создадим. Пойдем, пускай могилу убьем. Его ебать можем, он фармит. Стой, я его убью. Я свитчблейда. Иди. Да он же, он типа там, короче, второй спелл не максил, он близко прыгает очень. Я вот в прошлый раз один чуть не забрал. На одной тычке ушел, потому что я что-то самонадеянно сыграл. Нет, каску хочу. Каску, каску, каску. Хорошо. А тут что, по урону или в статы идем? Предлагаю в статы. Очень хорошо. Ну мы прям вообще... Крутые ребята. Вашу нижнюю башню атакую. Пройдем миссии со мной. Ого. Руна? Вашу нижнюю башню атакуют. Угу, спасибо. Уморфин, бегу, пошли. Ну, мы... Я думаю, изи сейчас... уделаем. Ну, они тэпнулись, блядь. Угу, угу. Да гоу пушит просто, мы намного сильнее. Морф, видимо, сильно не хочет, да, этим заниматься. Этим тем самым под названием пуш. Я ушел осторожно. Найс. И еще минус один. Сюда их, всех. Так, не, я думаю, ману нам необходимо. Мана нам необходима. Под щитком главное ветра не поймать, то есть щит он очень это крутая вещь. Но с учетом, что инвокер снимает. Ах. Найс. Я могилу засадил. Да, он у них что-то совсем черт. Кто там есть, кто? Дайте маны. Про
просто пушим. Угу. Подойдешь к Clarity Value? Да я иду. Пиздец, конечно. Агонимый Дискорд, это какое-то чудо на Пудже. Я нажал, у меня Дискорд. Ну, ты-то не жмешь его. У меня маны не было, я... Ну, это просто какая-то... Блядь, имба на такой минуте. Пойду еще под носом один из них. Не-не-не, лучше крипов. Лучше крипов. Ну да, шиву и все, я думаю. Можно заканчивать тут уже. Ну ты пиздец, Фидер. Да он, блядь, метеор выкинет. Че, гол по топу? Гол по топу я как раз тебя вылезу. Лежу, блядь, спустил. Do I choose this path, or does it choose me? Never a false step. Линзу? Зачем тебе линзу? Почему ты не даггер берешь? Зачем? Куда мне даггериться? Да у тебя ж уже агоним просто прыгнул, развонялось, все умерли. Пуш, пуш, гол, гол. Салатовый салат. Верхняя башня противника разрушена. Морф, идем просто пушить. У тебя же много урона с руки. Да вы без меня справляетесь, я смотрю. Но мы же закончить побыстрее хотим, чтоб следующий начать. Симфония скиллов от инвокера. Лучший пацан просто.
укрепили свои сооружения. Тут регион валяется. Да, сейчас пушу и пойду за ним. Давай, тут прыгай. Ну ты пипздец. Собираем, огоним, и все, но парни, конечно, поплыли. Мне кажется, для них это слишком жестко. На 2К так. Обсуждаем, блядь. Ладно. Центральная башня противника разрушена. Блять. Что-то я куда-то не туда залетел. Откуда у самой белки вообще арчит, блядь? Как у нас морф сдох? У нас вообще морф такой бесполезный, блядь. Если бы против нас более-менее получше челы играли, блядь. Я думаю, мы бы с таким морфом тяжело выигрывали. Блин, надо было сюда так, ладно. Всех, блядь, зарежем нахуй. Всех зарежем. Нет, мне кажется, все-таки в этом какой-никакой толк есть в ботле. Уже стики и все остальное пора продавать. Пора продавать. Не представляешь длину. Чего? Моего хука.
линза и алебарда. Какая нахуй алебарда? Ну, сайкик алебарда у меня и... Кто? И дагер, блядь, надо... Какая алебарда нахуй? Чё ты выдумал? А? Ты прочитай, как называется, какая нахуй алебарда. Куда он делся? Антимаг прыгнул куда-то. Да там вижен у них, ну. Все, что мог ты, Леха, настелил, конечно. Ебать! Спасите! Да, да пуш, пожалуйста. Четко. И скатка. Да блять, шедефы. Да пуш, Леха, я панерат. Бля, я так надеюсь на эту катапульту. Вот прям. На команду надежды нет, хоть на катапульту. Да ладно, ты на катапульту. Нижние казаны противника. Теперь у вас есть мега-крепы. Да бля, 10 минут назад можно было закончить. Мы что-то тянем и тянем и тянем. 10 назад мы бы не закончили без морфанки. Так о том и речь. Морф мог пойти просто пушить с нами, и все, и мы бы закончили. Бля, что мне делать, я? Из 6 слотов 5 активных, блядь, купил, дебил. В смысле, жать? Блядь, у меня пальцы уже устали все жать. Да мы уж сейчас закончим. Мы ты уже все. Че? Ты дал беру какой-нибудь, блин, длинный. Угу. Мощь. Все, погнали. Шотнем, прыгай. Просто прыгай, все, они охуеют. Я же говорю, они охуеют. Я-то думаю, чего я умер, показалось или нет мне, что меня догоном зашибло. Меня, оказывается, дазл в прошлый раз, походу, так подрезал, да? Ну, инвокер добил, но дазл догоном пшикнул. Вот и все, вот и победная. Победная, спасибо за просмотр, да-да-да. Да, мы нормально залетели вообще на каточку.